Барабинск. Положение определено. Ну, пусть посмотрим. Нет, рассказывать, я выходил, ну, лето, тепло, стекла с той стороны промываю, этот, стираю, проводницы идут, подкалывают. Мужчина, вот вы здесь не останавливайтесь, а там дальше следующие вагоны. А что за рыбу предлагали, название не помнишь? Я даже не это. Что, Барабинская по объездной обошли, я не помню это. Да, помню. Точно. Тебе еще показывал место, где этот на ночевку нужно останавливаться. Помнишь? Поворот. Угу. От него через 200 километров, по-моему, или 300, 200 где-то ходил. Кофе пил, я в машине сидел. Шону, да? Угу. На плойке, там где советская столовая, советская. Угу. О, летит. Ты там не желаешь сбегать к поезду, сфотографироваться? Да, сейчас. Что, последний вагон успеешь? До Омска 4 часа, да? До Омска 4 часа? Да. 4 часа. Сейчас пишет левая карта. Че? Левая, по-моему, да? Пишет. Не знаю. Не, мигает. Не знаю. Ах, блин, ну погоди, попросишь у него счет. Ну ты уже сказал. Левая, левая. На 9:47. Я еще на вокзале снимал. 5 часов уже едем, нет? Сколько? 5. Да уже больше едем. Да.
Да просто не хотелось бы это перебрасывать на жесткий диск. 6 вечера по местному селе. Да причем сегодня записи. А, сегодня? Да, вот это вот. Вот. Так, еще до чего, по-моему, стал снимать. Ну там уже было кадров сколько? 6 или 7 файлов. Отчел его до Бородинска сколько там? 2 часа? 3 часа? Ай, хорош. Этот поезд. Что поезд? Едем от Чулыма. От Чулыма? Да. Часа так даже. На Чулым не проезжали, мы в Калачинске. А, проводник. То, что на нового. 4.46 мы там были. Ну, короче, в 5. Значит, 2.5 часа. Ну, должно хватить одной карты на весь день. Там на вокзале сколько минут? Максимум 30 минут. Да не, меньше несколько минут. Еще тронемся. Тронулись. Ну, Бородинск, пока-пока. Когда будем здесь? Через неделю. Я говорю, Бородинск, пока-пока, когда будем здесь? Через неделю. Сейчас в Симферополь надо. Не, мне Чита больше нравится. Ну, в Читу бы я тоже загонял. Да. Не, ну сейчас еще рано на Байкал там купаться в нем. Где-то купаться только летом. Ты на Бали был, помнишь, звонил, чтобы я искупался в Байкале? Это когда было? Ой, я уже не помню. Вот. Нет, весной? А, не, мы зимой туда летали. Май месяц, вот, по-моему, был. Не, какой же май месяц? Мы то ли перед Новым годом летали. Да, нет. Или после Нового года. Нет, нет, нет. Значит, в другом месте. Мы прилетали в зиму, что-то холодно было. Значит, в другой стране. В Египте, наверное. В Египте, наверное. Потому что, ты же май месяц, там торосы эти ледяные. Поэтому... А что ты удивляешься-то? Холодного. У нас зима, и у них зима. Где? В Египте? На Бали. Ты думал, что у нас зима, у них лето, что ли? Нет. У них в декабре начинается зима, только она проходит у них не так, как у нас. Я там и ливни просто. Мы по заграницам не летаем. Наши люди булочного такси не ездят. Наши люди за границей не отдыхают. Апрель 23 ноября. Что такое Синар? От депо. Башня водонапорная. Проезжали с левой стороны перед этим.
эшелон, танки на нем. Или они в чехлах были, но проезжали быстро, или резиновые надутые. Такие это, стволы какие-то непонятные. Целая платформа. Сейчас это было? Нет, там это вот после Чулымова. Выше, да, чуть-чуть, через раз. Начало и конец. А? С самого начала ничего не понял. Вон установка лежала, про которую Путин говорил. Красная, видишь? Что там? Че установка лежала? Просто таких я рыб. Ну, он выступал, вот Путин говорил, что да, возраст 20 маха, да. Да, Баратынский. Попробуйте найдите сначала Баратынск на карте. Не, ну идиотов там, конечно, хватает. Там комментарии читал к этому. Сослых устанешь. Наткнул сейчас на картинку. А? На картинку, да? На видеозапись даже. Да. Мужик идет, идет по льду, по паузеру. Не знаю, может, вот Байкал, может, еще что-то. Начинает этот топором вырубать. Прорубь, что ли, собирается. Вырубает кусок такой, переворачивает, там во льду замерзшая рыба с открытой пастью, и у нее во рту еще одна замерзшая рыба. Боишь такие, да, ошибаешь. А что, проглотить? Шарные очки мои. А что, он увидел? Интернет. Просто увидел? Ну же, да. Прозрачный. Вот рыба сходила. Меня смущает момент, что сейчас, когда будут переворачивать, в этот момент камера отвернется, а потом повернется, и уже рыба торчит. Ну, помогал, наверное. Ну, конечно, секунду, но все. Вот, видишь, отвернулся. Рыба и вот еще маленькая. Да. Ну, пока доставали, там что-то было. Может, Байкал даже. А это, ты видел ролики в интернете? Там мужики поймали огромную рыбу какую-то. Это на спине тащили. И уже с самого берега, то полметра, наверное, она. Другой тот морской. Окунь. Вот такая пасть полметра. Ложусь эту рыбу. Потащила у них. Глубоко украла. Меня вот это самое интересует, тут следы на снегу. Надо было собачий пояс взять.
Это напрягает, камера дрожит, блин. Потому что стабилизация работает. Ну, если вот только на это надеяться. В машине ты едешь, у тебя она тоже дрожит. Ну, в машине там меньше плечо. Это же самодельное. Дай мне свежую водичку. Так, Валь, теперь дистанцируйся от этого отражения. Да, с какой скоростью едет? Ну, под 90, наверное, 80. Я точно могу угадать. 91. 92. 93. Если бы звуковую перейдем. Число Маха – это скорость звука. Физик предложил измерять скорость за основу больших скоростей, взятое число Маха. Скорость звука принимается за единицу. И вот 20 Махов, говорю, это 20 звуковых скоростей. А звуковая скорость сколько? Какая? Скорость звука. Ой, я не помню. 340 метров в секунду. Я помню, как я считал, как я высчитывал я, ну, от салюты, например. Ну да, 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 да. Да, да. 340 метров в секунду – это скорость звука. И 330 тысяч километров в секунду – это скорость света. Интересно наблюдать, когда вот кувалды работают, вообще-то стучат по железу, да? Нет, тишина. Кувалда вверх поднялась, а потом звук летает. А я вот теперь. О, следы всякие. Следы от снегоходов, по всей вероятности. Но это, я думаю, наверное, охотники. Летом красиво, все в зелени. Смотри, 115 скорость. Да. Ты, по-моему, 130 шел. Вот поступлю на работу в ГИБДД, я буду тебя штрафовать. А потом будешь ноги рыть, если что. Ага. Так, уважаемый, вы превысили. С ваш штраф вы должны были заплатить. Месяц назад вы не заплатили, с ваш штраф 5000 или лишение прав. Вот заживу.
того, что на видео хватает твоих фокусов. Хочешь Женьку посылать? Женька, не хочешь посылать? Симферополь? Я думаю, он будет рад. Пусть его тоже ведут в черный список. Пусть его тоже внесут в черный список. Я просто почему хотел сам поехать. Хотел поехать через по набережной. Построить. Тоже не готов, по-моему, дорогу. Хотел построить не по мосту. Да, нет, нет, на Ишер, там же, они же говорили, это просто там. Там ремонт, но... там пробки. Слушай, может на самом деле проехать по этим пробкам? Может на самом деле по берегу проехать? Вот почему я и хотел поехать. Я хотел поехать погадать, чтобы стартануть с утра. Где в 11, 12, там мы погружались уже. Это в морском порту? А? В морском порту? Да. Стартануть с утра? Да. Там, я не знаю, в 6 утра пересечь. И что? А, до пробок? Это не до пробок. А чтобы световой день больше застать. Чтобы успеть проехать по... Там сколько? 500? Это я договорю. Я понял. Да, не понял. Поехать по берегу. Заехать в Севастополь по этим всем путям и из Севастополя вернуться в Симферополь. Там сколько? 400 до Севастополя. До этого 200, да? До Симферополя? Ну, вот того. 350-400. А Керчи сколько? Где-то 350-450. И вернуться засветло в Симферополь. Не, вид, конечно, там красивый, я даже и спорить на эту тему не буду. Или, может быть, знаешь, неважно во сколько. Да заночевать. Пересечь надо. Паром, вот где мы останавливаемся, ну, просто паром. Майот? Да. Вот паром пересечь, остановиться прямо там и ночевать. Утро настало. Понимаешь, можно, конечно, Жене такие ЦУ дать. Так он не будет снимать. Ну нет. А я это не дам. Может, все-таки купить отдельно. Видеорегистратор нет. Этот Акинори, он тоже не подойдет, потому что там карты хватает на 5 часов. 3 карты. Надо через каждые там 4,5 часа останавливаться, карту менять.
Но тебе же не нужно маршрут от Москвы там до... Не, ну если снимать, так полностью снимать. Если я поеду, вдруг, если я пойду через Краснодар. Не так, как ты это, по твоим зайчьим петлям. Следы какие-то чьи-то. А автомобиль уже готов? Автомобиль готов уже? Должен быть. Из Севастополя в Симферополь, в аэропорту переночевать и утром на самолете в ясную погоду. Дом успел прочитать, в котором что-то было. Современная отделка, старая отделка. Небо немножко будет серое, это линию горизонта узнать будет очень трудно будет увидеть. Кофе будешь? Да. Кофе будешь? Пока нет. А я буду. На, сделай. А здесь. Thank you.
таксист утащил, точно. Ложка. Да. Пол стакана ложка. Пол кофе сам. Я не буду. Я буду. Дожил. Дожил. А сам, телефон, сам себе кофе. А я пойду телефон позаряжаю. Ты же вчера мне кофе не делал. Аккумулятор за расход. Кто этого делал? А? Кто этого делал? Когда? Когда нет. А я тебе воду кипишь. Я думаю, пусть 10 минут поспит, уже горячая вода, чтобы... А он мне фигвам рисует. Ты же не спишь. Ладно. Ладно. Ладно, говорю, да. Запомним, запишем. Я тебе напомню. Если забудешь. А? Если забудешь, я тебе напомню. Насчет кипятка? Нет. Насчет кофе ты будешь запомнить. Запишем, запишем, запомним. Вот так вот, дожил. Сам себе кофе заваривал. Вообще беспредел какой-то. Здесь все люди официанты подносили, да, кофе? Не, на самом деле я лучше. Сахара не хватает, надо брать большую. А я предупреждал. Хватит. Просто тут насыпает ваш 700 больше. Поэтому не хватает. А сколько? Ну вот, я к ним приставал же на площади, она подходит там, ну там денежки, да, да. Я говорю, зачем тебе деньги? Надо, ты. Сколько тебе надо для полного счастья? Ну как, блин, там, миллион. Миллион чего? Рублей. Я говорю, вы деньги? Нет, вообще 2 миллиона мне надо всего. Я говорю, а 100 миллионов? Еще лучше. Я говорю, а 100 миллионов. Вот представь, что у тебя 100 миллионов. Сколько это будет по объему? Ну там прибрал немножко.
Ну, не знаю, я говорю, ну, будет целая машина. Целая машина денег. Ну, вот представь, вот ты стоишь, и у тебя рядом с тобой это куча денег. У тебя же разворуют сразу. Я буду охранять. От кого? А ночью что? Ты уснула, ладно, 2-3 дня, неделю ты не будешь спать. А потом? Вот снешь, у тебя их растащат. Я придумаю, что делать. Я говорю, ну представь, реально, сейчас я тебе даю вот такую сумму, вот, вот гора у тебя, как памятник отстоит. Отвезешь в лес, закопаешь, будешь возле этой ямы сидеть с ружьем охранять. Уйдешь, забудешь, где это. Или занесет снегом, или пожар лесной, или наводнение, пропали твои деньги. В банк положу. Положила в банк, банк через месяц сгорел. Надежный банк. Ненадежный банк сдох. Всякого. Значит, я достал ее тебе вопросами, что будешь делать. Я говорю, удовольствуйся. Вань, это задвинь это. Ну вообще, блин, ни черта не видно. А? Еще себя закрой и рассказывай. Я говорю, довольствуйся тем, что сколько у тебя есть. Сколько у тебя есть денег? Я говорю, да, покажи мне, сколько у тебя денег. Покажи свои деньги, стал представить. Покажи, где у тебя деньги, покажи, покажи. Она уже не стали от него убегать, не потом цели. Там стояла женщина службы безопасности этого вокзала. Уже потом, когда я поднялся наверх туда, она говорит, что это цыган разогнали. Люди, они боятся со мной разговаривать. А что вы спрашиваете? Я подхожу к тебе, говорю, а ну посмотри мне в глаза. Он разворачивается. Просто, когда пошутить, время как-то будет занять, им тоже будет скучно стоять вот так вот. А так и ненадолго. Вот, станцевали на камеру, станцевали. Предсказала мне, знаешь, сказала, сколько лет? До 85. До 83. До 83. Я говорю, ну смотри, если я раньше умру, я приду к тебе и приползусь. Одна цыганка пыталась запугать, если не дашь денег, ты скоро умрешь. Да, я говорю, я умру, через неделю после тебя. Ну, там такое слово. Хорошо, говорю, я умру за неделю до твоей смерти, и я буду ждать тебя там. Она, уходи, уходи. У тебя рога есть? Я говорю, да, говорю, у меня рога есть, показать тебе. Она, вот, честно говоря, я увидел у нее в глазах страх. Я говорю, да, говорю, у меня есть рога. Показать тебе, сколько рогов. Вот, на самом деле она это так испугана. Сколько? Я говорю, у меня был один. Маленький рог есть. Хочешь, покажу сейчас? Надо было ей сказать, у меня и рога есть, и хвост у меня есть. И как будто. Это в следующий раз уже. Вот. Надо этот взять камеру, микрокамеру, вот во время диалога с ними все это записывать. Все заржали в голос, когда я сказал, она попросила меня, а покажи, что ты снял. Дай 100 рублей. Дай 100 рублей, покажу. Они все ха-ха-ха. Кто только его разводит. Когда под
подходят они и начинают дай 100 рублей, там деньги просили откуда-то. Или что-нибудь. А у тебя деньги есть? Надо мне спросить. Покажи. Я им сказал, говорю, чем вот так вот мерзнуть все. Взяли бы, организовали там танцы, пение на вокзале. Люди бы сами подходили, платили бы вам деньги. И людям интересно, и вы заработаете. Представляешь, через год приезжаем просто, если там ансамбль целый. Нет, они делать ничего не хотят. В том-то и дело, что ничего не хотят делать. Сначала дай спички, а я прикурил зажигалку, дай спички, у меня спичек нету, ну ты же вот куришь, я говорю, я зажигалку прикурил. Я дал прикурить. Уже халява, да? Халявный газ. Они подходят, тоже прикуривают. Я смотрю, у всех разные сигареты. Вот то, что настреляли. Дай закури. Хотя бы сигарету взял. Как это тебе сказал? Дай хоть закурить. Дай хоть закурить. Дай хоть сигарет. Это ты, а за сколько телефон предлагал? Я не помню. Купи телефон. Да не надо мне твой телефон. Дай хоть сигарет. Пять тысяч. За 5000 на Алибабета ты можно купить. А на iPhone можно сесть. Бескрайние просторы полей снега. Вот начнется активное снеготаяние. Ох, мало не покажется. Кстати, Бурятия тоже в этом году очень снежная, да? А что, в прошлом году здесь было? Нет, по прогнозам. В Бурятии здесь был. Ну что, в Бурятии едешь? А? Я говорю, в Бурятии. Снежная, ты говоришь, что снежная? Ты что, в том году, что ли, здесь был? Нет, вот здесь что? Лежи посмотри. Что-то работать захотелось. Иди поспи, может пройдет. Сейчас скорость. С какой скоростью? Сотку. По 10. 96-97. Мне вторую цифру нельзя на что-то называть. Я первую всегда ближе. Так, скорости. Ладно, угадал. А угадай давление. 755. Температура. Здесь 26. А сколько людей ходит?
Ну ляпни от фонаря. Сейчас, что от фонаря? Он начнет считать. Когда начнет считать, тут уже все. 1500. 19 вагонов. 50 мест. Вагон. 10 вагонов, 500 мест. Да. Около 1000. А этот парень, который ушел на Томск, он до этого еще с нами ехал? Да, сзади. Ты ему все с ним общался. Не бегай так. Ты с ним первым попробовался, когда я в Москву приеду. Куда едешь? Это сзади. На следующий день он догнал. Да. Вишню. Я теперь проверяю твою. Ты жадный ты мне? Ты мне. Зажал. Общи, пожалуйста. А слышал, блинчики ходила, предлагала? Блинчики, кашу, нет. А здесь? Кашу овсяную, по-моему, или еще. С утра ходили, два раза. Блинчики, со сгущенкой, что хочешь. Я думаю, сам ходит блинчики. Ну да. Ты знаешь, как... сертификат качества. Сама пирожки пекла. Ох ты какой, как гарант качества. Лучше плавать дала бы, да? Так, двигаемся в сторону чего? Омска, что ли? Омска, по-моему. На Новосибирске было минус 8, да? Жара. Жара по сравнению с этим, с Башкирией.
интересно, по хрусту снега можно определить температуру? Просто можно ли летом как обычно гулять? По хрусту снега. Не, ну сейчас явно не минус. Гарантия, что выше нуля.
Ну, два раза. Мест, конечно. Освободиться, и человек сможет там. Конечно. Конечно. Да, к сожалению. Гарантии нет. Сколько раз, по-моему, какие места ну, занимались? Трансфер. Вот такая фигня и будет перед самой Москвой постоянно Thank you.
озеро Карачи, курорт озера Карачи. Карачи, Карачи. Ударение ставьте сами. Озеро Карачи. Курорт озера. Озеро Карачи. Ударение ставь сам. Да, сиди. Искупаешься? Да. Смотри там, на солнце не перегрейся. Ну, сгореть бы, да? Да. Что там стоит? 2 минуты. Или 3. Судя по всему, что люди идут одетые, может быть, выпустят. Давай, давай.